Не афкашим, забегаем в комнату все вместе. Реши. Пока тут. Сантей, бегом. АФК объявлено не было. Сколько проня у вас ходит в рейды? Очень давно. У него, блядь, ни штанов, нахуй, ни запястья, ни фалика, вообще нихуя. Там все Никитос выпал. Часто на Личе проебывался, а такое, что его не было. Я точно помню. Никитос вообще странная личность, давайте не будем. Ну на ФК Лича его точно не было. Сколько я помню. Второй фалик забрал. Ну его тоже не было в рейде. Рога. Рога, Вервульф. Или был, не помню. Короче... Если я возьму Байера, 277-й танк, он говорит, что может протанчить босса, тактику он знает. Да давай он лучше выпрыгнет с обрыва. Че за танк? Дубаня. Дубина, наверное. Первый раз слышу. Ну хотя да, наверное, дубина. Зачем он хочет заплатить? Хочет заплатить деньги, еще и потанчить? Что он хочет? Ачивку и Митриус? Просто Митриус. Митрос 55 тысяч, я ему сказал. Ну, без ачивки он не может ничего это взять в любом случае. У него есть ачивка. Точно? Есть, если он... У них это тоже состав. Там он ретвард заплатит, если нет. Он вчера мне еще по поводу Т5 писал. Плечо нам хотел что-то взять. Ну, Митриус в рейде вообще, я как понимаю, никому не нужен. Говорит, что ачивы нету, но как бы и не нужна. Тут смысл в другом. Если ачивы нету, он обязан за нее заплатить 20. Пишет, что гильдия еще не закрыла Лича. Скажи, что... 20 сверху или в пролете. На что дает, по сути, Лич? Нихуя. Проход. Ну, смотри. СКМ, соло он будет ходить тут. Проходка, а самое главное, мы не знаем, кто это, что это, сможет он там, не сможет. Какая умрет просто, да и все. Ну типа, либо мы его просто выкинем, Митриос, либо мы получим 55 тысяч. Не, мы его выкинем. Ну просто Митриос за 75 точно никто не будет брать. Я бы так лучше так продал бы его. Не Митриус 75, а ачивка 20, Митриус 55. Конечно, Митриус не стоит 75. Я не знаю, но раньше политика была, типа, лучше распылить, насколько я... Сможет что-то поменялось. А он уже Митриус валяется до сих пор. Нет, Митриус. Митриус не стоит 80. Это другие пухи 80 стоят. Ну вот как бы да. Браска, обрати внимание, что. Понимаешь, он даже уже у ШПшки есть. Понимаю. Тут, блядь, дело-то не в том. Сум, блядь, фото. А еще вариант можно сделать типа скидку на ачивку. Ну, типа 20 тысяч он в любом случае заплатит, а Митриус этот продать дешевле на 20 тысяч. Давайте, Друж, почистим. У меня перса 2 минуты. То же самое предлагаешь, то, что покрутишь ты Митриус их? Типа бесплатно, блядь, ачив. Кто захильнул? Не, ну типа вот Митриус пускай там сколько, 50 тысяч. Шмер. Он 20 платит заранее, ну то есть за ачивку. Если Митриус выпадает, еще 30 доплачивает. Мутная схема, в итоге на 20к мы лишаемся. Он случае. Говорит, что ему не нужна ачивка, потому что у него с РС все есть, что ему надо.
Типа, я понимаю, для чего ачивка с лича обычки нужна. Для лича ХМа. Для одного человека, ну, хуй знает. Ну, что в гильдию какую-то топовую попадет и все после этого. В какой предвестники орды? Кстати, сюда хотел. Ваг. В одно время. Оф. Будем так продавать? 55. Кинется просто с обрыва вообще. Мы говорит, не танчил лича никогда. Сколько ты хочешь в ГБ кинуть и себе забрать? Да пускай 50 идет. Так-то, конечно, лучше 45, пускай 50. Че она игра лагает? Тебя паров, если ты должен еще 15 сверху. Ну хочешь, давай попробуем. Главное просто, чтоб не затянулось. Я хочу в РСХМ сходить. Мы все равно минус одного идем. Какая разница? Да, у нас нет сейчас минус одного. Да для чего разница есть? Ну лечи, если не дохнут же, так как на келе бы дохнут, тогда было правильно. Значит, клиент стал виснуть. Да, Кир, сможешь. Главное, заметку как-нибудь сделай, чтоб вот этот вот волшебник его не выкинул случайно. Йотан, Синдру танчил? Нет. Я в смысле танчил обычно, но это там проеб. И фрост резишмот. У меня нет фрост резишмот. Так, ясно. У меня тоже нет. А то, что у тебя нету в мейнспеке танк, ты сейчас идешь и покупаешь. Че там 5 минут брейк? Да. Могу скрафтить тебе, все у тебя реги есть. Ты один ретрик. Я отойду. А, короче говоря, Редвар, оформляешь протспек с фрост-резистом. Вот да, враска тебе поможет. В танках у нас будет Луцинь с Редвар, Войд в сову. И я думаю, шестой хил у нас будет пока тут. Найди, там вроде пояс есть и еще что-то, я не помню. Пояс и ботинки. Так у Войда, по идее, есть хил или нет? Не помню, на ботинке есть рецепт у меня или нет. Просто знаешь, что на пояс? У Войда хил третий спик. Его хватит как шестой хил, по идее. Войд, что ты думаешь на этот счет? По поводу чего отходил? Изобразите из себя шестого хила. Изобразить? Ну типа третий спек, я не знаю у тебя, как он одет. А, да легко. Ну значит, пока тут в сове останется, а ты похилишь шестым хилом. Тут танчить будет второй. Начинает Луцинь. Редвар у нас, соответственно, будет его менять. Че, зачем ему ботинки? Тебе ему, блять, одного из шмотки не хватит, что? Две надо. На офи надо три. Здесь достаточно двух. У него алхимия есть? Не знаю. 400 плюс должно быть. Да. Сантей, дамажишь, следи, чтобы на тебе не было много милишных стаков. Это довольно проблематично хилить будет.
Знаешь, как пояс называется. Ботинок нет у меня. Ну, может, кто-то другой может ботинки сделать. А будет сабт купить? Он же, блядь, у Виндора продает. Я не помню, где это там, что там. Просто если он будет крафтить или покупать, сразу готово. Сколько еще перерыв будет идти? 2.5 минуты. Пойду я покурю, короче. У тебя вразка есть же, да? Там кошмар. Лёш, тебе линканул название пояса. Вон он в гильдии. Ну, у тебя есть? Да, сейчас я ботинки куплю. Представлять надо 2. Может, ты танканёшь? Просто... Танкуй давай. Давай. Блядь, я на следующей неделе себе мейн-спек поменяю. Нахуй мне, блядь, это делать? Ты молодец, ты слышишь? Я один ретрик. Давай портал поставь себе. Не дорого стоит, нет, блядь? Посмотри, там из говна крафтится. Поставь гирс, портал. Вой, ты знаешь, как сапоги латные называются на супро? Ты кто-нибудь знает? Сейчас посмотрим. Там что какое-то ледяное? Да ты, блядь, это, чекни просто латные на аукционе, там будет ёбом, блядь. Латные сапоги, блядь. А, все, ледяной погибели, я обучу. Там, блядь, на каждой странице, блядь, по 5 пар. Из мусора крафтятся. Я тебе скинул, что надо. Это, блядь, не рецепт. Нет, рецепт. Поставьте шкаф. И рано еще. Рано еще. Саука купишь или реги будешь? А я купил уже нахуй 800 колды, блядь. Все, тогда шкаф. А у тебя алхимии нет? Нет, нет. Тогда тебе 2 куска надо. Да у меня даже и трени нет, блядь. У меня тоже нет трени. Ну, смотри, 310 получается сапрота изначально у меня. Плюс сапоги это 410. Не вижу смысла больше 400 собирать там. Да это не X3. Там АФК лети. И не самоня. У тебя уже перерыв кончился, да? Чем ты купил? По 800 голды не стоит? Ну, 300 пояс там с чем-то, 370 что ли. И сапоги 400 там сходят. Дорого. А что ты предлагаешь крафтить мне нахуй сидеть сейчас, блядь? Посмотри, из чего они крафтятся там, блядь. Я из один раз, блядь, потратил 800 голды нахуй. Где ваши танки, ебаные, блядь? Ледяной шар и саранит слитки нужно для крафта. Короче, на АФК. Там
что ты на где-то сдох. Типа я мейн, да, танк иду? Нет, Луцинь мейн танк. Ты оф танк. Короче, скажешь, когда там забрать, я души не... Можно, пожалуйста, экспресс тактику для РДД? Экспресс сам... Стоишь, дамажишь. Если на тебя освобожденка, становишься слева или справа от РДД, кэмпа, рейда. Перестаешь дамажить. Я уже прибежал. Вы самоните. Короче, просто стою, он мне скажет, когда, да? Луцинь, скажешь, когда там забрать? Поставьте... Ты сам не знаешь? Нет, я не раз. Написал магию. Боже, кто-то, кто танчил будет танчить? Ты же мейн-спек так, я ни разу, говорит, не танчил. Ты чё, медведь даёшь второй, что ли? Кирс, заходи в игру. Так, а напомните мне, я начислял за последнего босса? Посмотри в журнале. Ну, ты дал ЕП. Да, валит. И после этого есть. ГП навесил за жезл. Пирс, куда ты пропал? Можно рыбу? И джуса, пожалуйста. Джус есть, спасибо. А рыбу можем? Да, сейчас поставлю. Сманите, пожалуйста. Или давай, Уцинь, сначала я потанчу, короче, ты потом заберешь, когда надо. Возле шкафа рыба стоит. Вы меняетесь на второй фазе, когда стакается вот эта мощь тайна магии. Он, блядь, ты меняешь его, он сбрасывает стаки. Ты сбросил стаки, бежишь его. Вся тактика. А могут маги, пожалуйста, столик поставить? Кто подскажет, когда на него вешать косноязычие и снимать косноязычие? Можешь вообще забить на это дело. Проня, в Сантее есть мейн, на котором есть хуево гора ЕП. От винков это правило не распространяется. Это правило для новичков. РЧ на АФК и пул. Да, я начислял за этого босса. А, кулак на ДК, дайте. Садимся на маунтов, все пьют сапрот. Побежали к балкону. Луцинь, поанонсишь же два раза, когда забирать. Сейчас притяжка будет уже. Нет, не вышли. Пацан. Справа. Не разбивайте. Разбили.
Сейчас притяжка будет. По центру близко. Первый. Второе ГП. РДД пробивает левый ГП. Разбили. РДД по правой. Быстрее. Энжи, поднимай черную ночь. На мне и сэрпа. Не надо, не трать. Тяжко сейчас. Бладласт. Боливан, влево изроет. Влево. После этой глыбы меняешь. Мили разбили. А ты скинуть-то, блядь. Подходишь мою модельку и таунтишь. По центру, не додаёшь. Мелики съебались. Меня слышно, нет? Редвар, меняй. Я боюсь. Я не скин. Тебя слышно. Вынеси из рейда Даркерс. Центр. Беги, малышка, беги! Все, разбивайте. Амикадзе. Можешь менять уже. Подождите, не добивает. Сбросил? Все. Да, добили. Центр. От меня отойдите, пожалуйста. Метка, метка. Сбросишь и меня. Следующая метка в центр, и никто не разбивает. Блять, у меня метка. Ничего. Я просто. Не трогайте метку, притяжка, блять. Почему она раньше? Разбейте его, я уже тут потерпел. Вот эти трубы не поднимать, это тоже ГП. Меня. Эту не добивает. Дайте с ним. Добивайте уже. Наконец-то.
Талик. Разбивайте глыбы, не стоит. Глыбы разбейте быстрее. Япончик, начисляй, значит, по сотке за бомбу и по сотке за притяжку. Сейчас. Что это за прикол было? На мне метка, короче, да, и сразу притяжка, блядь. Такое бывает. Типа бакшик, там, да? Там не всех притянуло. Вага, а я умер. Да, там не всех притянуло. Вот я стоял по центру, меня притянуло. Хуй его знает, из-за чего. Я вот Вага, не... я строго умер за куполом. Как я вообще могу БПП сделать? Значит, от притяжки умерло 4 человека. Остальные почему-то выжили. Соответственно, те, кто умер от притяжки, получают по сотке. Люди, куда вы у нас проф не убьют? Чё, если шаман, блядь, на этом, на коте бежит, блядь. Я уже туплю, да? Кирс осколок пишет там. Ну вот там видно же, я линканов чё. А то я не отбежали. Да там в фаталити говорит, кого чё убил. Типа смотри, она говорит, что их освобожденка что ли убил, вот этот ответный удар. Да. Освобожденка? Не-не-не, вот нет, не убила. Она говорит, сколько кто получил урона от освобожденки. Нет, фаталити, вот говорит, а чего люди умерли? Ответный удар, это взрыв освобожденки? Да. Ну она показывает, что последний тебя уебал, то есть я вот делаю, то есть они... Значит, у вас типа понты осталось от волны и вас добило это говно. Да. Там еще иногда бывает вот эта ауешка, там холод или что-то там, которая по 3000 дамажит. Япончик, забыл еще сотку кровавому взору. Я сейчас как раз смотрю все это очень. На проф идем в темпе вальс. Профей, чё, я в танке, в ДД? ДД? Так, ну вроде всё. У нас просто миликов много, поэтому пришлось кое-как разбавить. Короче, вы нашли крайнего, кому, блядь, 800 голды слить? Да у тебя мейн-спект танк, чё ты ноешь, я не могу понять. Почему крайне, да? Это же мейн-спект танк, 4 куска Т5 есть. Да на этой неделе, если на следующей менять будет. Да какая разница, мы ж на этой неделе, не на следующей сейчас. Пожертвую собой, запущу хуй. Я бы еще бы это, профа бы его оставил, посмотреть скиллуху. Да вообще похуй, я ей профа потанчу. Йотун, ты зря туда пошел. Комнату заходит варлок. Ну я знаю, что ждать стоит. Пожертвую собак, если что-то не запускается. Я в раз кейднича потанчу, если надо будет. Танчить может любой вопрос как. Молча, блять, красоте. У тебя же нет вопросов после синдеры танкования моего. Первый раз танковал. Их 2 КД.
25 осколков, или подожди, у меня 27 было. Не пробегай мимо, рисаем. Тут пик ЭД я собрал. 25. А кто токен забрал геровский на друида там? На себе пароль он дал. Лагерь, логнусь минут. Давай. Хилы только пятая группа. Танки, Луцини, Войд. Войд, Луцинь, кто хочет в обойме я сидеть? В кукле посижу. Окей. Значит, перед третьей фазой Чехов СС на Денчик рулит, Даркис на Враску. Первый СС, точнее первый диван будет отдавать Денчик. Кто там? Войд, танк, да? И кто? Луцинь. А кто босс из них танчит? Луцинь. Сантей, что там с тобой не так? Рыбу поставил. Ладно, япончик, сними сотку с Анте, а то он нубло. А с Анте на ком? Искандер. Сантей, ты же понимаешь, следующие рейды уже все, ГП сниматься не будет. Ха-ха, кровавый взор, да ты мил неделю, блядь, за тот кассе. Парад готов? Да. Перчина, баф и пул. Мгновенно чего не хватает. Сантей, фул по отчету. Отличные новости, народ! Как усовершенствовал штаб чумы, который уничтожит весь Азерот! Стопнули. Переводим. Так, ну это точно парочка получает ГП. И это уже не снимается. Смотри, я стою со всеми. Рекаст, отошли, отошли. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда?
Бомба дуюсь. Дадите. Да-да, Кэм, сбежали, с чего стоим? Я знал. Нет. Медведь даешь, поднимай йотун. Пока тут, Искандера. Больше урона по красному. Переводи его на перефазу. Уже? Я ж не вижу. Да, конечно. Фаза. Стоп! Все нормально. Сбежались, Риша. Быстрее, ребята. Владлас. Забери. Луже, Луцин, забирай. Диван по войду. Уже был. Отлично. Япончик, луже да. Стоишь, ну. Ну, передаем Гевке большой привет. Или мне. Он, кстати, поезд этот давай не первый раз упал. Блин, я забыл шмотки поменять. Во Фростере здесь в шмотках танчу. Активнее кнопки тыкайте, наши лута. Он у нас почему-то вечером не падает нихера. Роль типа это. Просто отец, что за дела?
Че, у тебя питомец спиздил, да? Да, этот вин мне все равно. Я так его подтроллит. Радон, ну что там твой байер? Сейчас. Не, вместо Кирса не получится. Я запущу его вместо самого слабого дамагера. Это вместо меня получается. Спасибо. Можно вопрос, а за что ГП? Смотри. Вот я просто скажу, блядь, я стоял вот со всеми. Вот просто, блядь, со всеми. Он въебал по мне 70 тысяч. Он даже шел не в меня. Я знаю, в кого он шел, только умерли вы вдвоем с Анте. Ну а в чем наша вина? Со всеми, блядь, я прям умер у стенки там впритык. Ты стоял. Чего орете? Блядь, ой, ты, у тебя видос пишется. Угу. В профу потом посмотрим этот момент. А второй раз ты добежал до метки? По-моему, нет. Какой второй что? Раз? Я один раз умер. Нет, а второй, ты первый раз умер, да, на первый, а на второй раз ты не добежал же, ты отлетел, хотя ты был в зеленой метке, ты отлетел к столу. Значит так. Да, просто не стыдно там стоял. Мне странно. Смотрю, урон Сурфанга, самое слабое звено, это медведы ёж, так что ты уходишь на замену. Мне типа странно, что типа красного слизняка водили как-то вообще очень странно, не через босса. Дайте портал медведа ежу. Че там этот байер будет танчить или в обрыве будет валяться? Обрыв. Войт, Луцинь. Бой, то, что хочет танчить. Окей. Луцинь на трэше. Смоньте байера. Мне пишет. Ты ему написал, что даже если Митриус не выпьет, ему придется в любом случае какое-то количество голды дать. А что по Глории, если успех нужен в рейде, то байеру не даем, да? А тебя приблизительно произошел, да? Если успех пофигу, как говорят, можно продавать. Вага, чё? По Глору есть покупайте. Сейчас прошу. Так давай нафиг нам этот Митриус, если сейчас Глору купят, зачем нам этот человек с Митриусом? Только ебаный. Смотри, Митриус, ой, Глору 80, ачивка mm-hmm. еще сверху 20. Че, ачиву спрошу. Если он так купит, то явно лучше-то второго байера загнать. Это тоже КД. Да, понял, ачивка есть, 80к есть. Надо брать его. То есть так, сейчас может повесили двоих? КД человеку? Может двоих тогда взять? А нахуй вы самойнили сразу? Пати дал ему вон тот поводин. Господи. Войт просто очень быстрый. Чего? Спрашивал до этого про Глобус, а чё? Кто? Он, ты. Ну я спрашивал, да, на кораблях он мне писал. Просто кто-то все морозились. Нет, там просто я вагу не спрашивал. То есть он, короче, знает, как дамажить, лича, вот это все делать, или это тоже кандидат в обрыв прыгнуть? А, паладин-то сейчас прошел. Он так-то ГМ гильдии этой, как. Но я был с ним в прошлой гильдии, скажу, что вроде не туповатый человек. Ну, говори, тактику знает. Ю тактику он знает. Так, окей, любой милик, который хочет лича послакать.
Да, я пойду, у меня все равно тут меньше ДПС будет. Вы можете меня на замену посадить и спекнуть. 17 на орке пишет. Реестр друидов дофига. У вас есть паладин, это мой шанс послакать, пожалуйста. Хрена два, Фарады уходит на замену, заходит Ретри. Кто будет валик замедлять? У них же крик есть. Вон, например, пока тут. Замена уже сделана. Смоньте Ретри. Дискорд можешь дать ему? Он же здесь. Ну да, дай дискорд на всякий случай. Сейчас. Афу. Горает, прыгает туда, да? Фарада, а, ты же тоже можешь канал перетащить. Ребят, чего? Одолжите сапрот, я вам шамана вышлю. Да попросите его спрыгнуть, и все, я так убью. У него сокрушительный груз есть, смотри. Спасибо. Она опускает дома. Короче, Вага, я не услышал, что ты сказал. Перетащи в пугарейт, говорят. Не в пугарейт, а перетащить двух пугов сюда. Тот все равно откинется, зачем он тебе? Ну, дубина, да, ретрика можно. Кровавый взор, куда ты делся? Ваниш нажал. Ну, в дискорде нет. Так, Рик 74, наверное, это он. Но если у него нет. Да, это он. Перетащите Рик 74. Угорит один. Бога, если такой же ник в игре, то его нету. Скоро мне. Нет, у него в корде никнейм Пирокар. Все вроде перетащили. Он тут? Да, здорово. А что с кровавым взором? Не знаю, нету пирокарпа. Тоже что они ники не поменяли? Там же правила, по-моему, есть. Фарада, короче, возвращайся обратно в рейд. Если не зайдет, то все, ЕП спишем, начислим ДП. Пирокарпа. Может, я на это отпал. Может быть. Смоньте Фарада. Зачем ему Глору вообще покупать? Чтобы Шем сразу собирал. Ебал, это второй. Короче, на баф и пул. Более СГМ гильдия. И? Блядь, Бараска, хуйню не неси, ёпт. Запустил. Все, встаньте. Неужели прибыль наконец хваленые силы света мне бросить ледяную скорбь и сдаться? На твою милость, Фордринг. Мы даруем. Бульван, на 15 секундах начинай считать. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Напиши дубине, чтоб он там пару ударов сделал по лечу и потом уже улетел. Мучение сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Пусть это сейчас поближе от босса встанет. Смотрите, он в танке, он сейчас еще сорвет, блядь, так что внимательно. Ну неистовство выключить и все. Поехали.
ДД вниз спускаемся. Вы его забаг... Милики. Росгорн вышел. РДД. Далеко убегаете, РДД. Снова такие ломало. РДД. Микадзе вышел. РДД. РДД перебежали, Фарада вышел. Ну сегодня дальше иди. РДД. Блин, кучнее встаньте РДДшки, пожалуйста. РДД перебежали. Вот сын. Переводите боссы. Все, убежали. На Микадзе твой второй дух. Сферу вынести из рейда, пожалуйста. Милик. Что за милик? Писяо. Раск. Диспель. Спиня. Третьего ты заберешь или я? Ты забирай. Хорошо. Давай, третьего. Выйди. Третьего в Луцин на пульте. Свайда с диспельца. Переход к сферу разбить. Точнее. Все на малый ушли. Вернение 5 секунд. Энджи. Босс встали. Смежная. На малый круг. Алрай. Владласт. В ромбике второй танк. Еру дали, хорошо. Мелстон. Сначала скнение, да, потом вальки. Да, сквернение 5 секунд, разбежали. Центр не налей. Потом быстро подпуск. Первейли. Центр встали.
Ребята, сквернение, разбегитесь. Мгновенная. Вот еще чуть-чуть позвольте. Барбосса, Валь ждем. Осквернение 5 секунд, ребят, разбегаемся. До перифазы 6%. Рон пил. Сильнее. Осквернение 6 секунд. Быстро под босса. Что там, 2%? Веди его на перифазу, 2%, да. Веди, 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 веди. 1% переводить. Все вышли, смерть, а дашь им на хп. Давай гим на хп. Рада. Диспел Луциня. Сферы бьем РТД. Шатаем. Быстрее сфера. Нет, дайте на человека, который... А у меня сидит. Сферу последние две разбиваем, заходим. Сферу-то дети, алло. Одну сферу отостал мне через платформу. Притяжка 3 секунды. Сбегаемся в центр, бегаем за маском. Налево идем. Сову звездопад отдаете. Хорошо, прохиливаемся. Щитуй, щитуй, щитуй. Выход, одна секунда, разбежались в разные стороны сразу же. Парада. Все, идем к боссу. Вернее, 5 секунд, ребят, разбежались. В центре не налейте. На войде, на танке. Переводим. Бежим сейчас на другую сторону платформы. Направо пойдем. Не надо вперед меня ходить, Раска.
Прохил, прохил, прохил. Щиты, ход и все разбрасывается. Санте, не стой так сбоку. Выход из комнаты 5 секунд. Разбежали, сейчас выйдем. Намикадзе. Бьем босса, все стали за спину босса. Все за спину. Ждем осквернения, разбегаемся и духом ждем. Осквернение. На маске. Переводи босса на другую сторону. Все за спину. Прохил танков. Все, последняя комната, должны добить. Главное, здесь никто. Налево пойдем. Выход 4 секунды. Сбежались. Охуенно, блять! А никто от меня не может отбежать? Ой, запомни этот момент.